В минувшую пятницу в детской школе искусств аула Кашхабль прошел региональный смотр коллективов любительского художественного творчества на подтверждение присвоения званий «Народный образцовый коллектив студия». Это звание подтверждается и присваивается коллективам каждые 3 года на основе представленных членам комиссии документов и творческих концертных программ. Экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты Республиканского центра народной культуры, посмотрела представленные яркие выступления, музыкальные и театральные постановки коллективов. Творческие коллективы представили свои лучшие программы и продемонстрировали высокий уровень мастерства. На сцене детской школы искусств достойно выступили и показали свое мастерство 5 коллективов самодеятельного художественного творчества муниципального района. Для каждого коллектива защита звания «Народный» и «Образцовый» всегда серьезный и волнительный экзамен. Фестиваль продемонстрировал высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, показал, что коллективы в районе динамично развиваются, обновляют свой репертуар. В завершении мероприятия жюри поблагодарило руководителей и коллективы за выступления и пожелали им дальнейших творческих успехов, вдохновения и побед.